Я приветствую всех на моем канале. Здравствуйте, ребята! С вами, как всегда, сказка. Давненько мы с вами не виделись, я очень по всем соскучилась. Я о вас помню, я о вас не забыла. Но так сложились обстоятельства, что у меня не очень была возможность делать для вас видео, но при этом я всегда была с вами. Ну что же, давайте посмотрим, что нового на моей фермочке и поиграем вместе со мной. Все, кто очень любит Хейдей, добро пожаловать, оставайтесь вместе со мной. Что же у нас новенького, ребята? По событиям у нас была недельная ярмарка. Ну, что сказать, да, через 3 минутки она уже заканчивается. Я, конечно, когда не вспомнила, то, как видите, один день я пропустила. Ну, честно говоря, для меня украшения, кстати, симпатичное украшение, но их совершенно негде ставить. Но 5 разрешений, 5 свитков, конечно, меня так заманили, скажем так, и я начала выполнять задания. Ну, я не знаю. Я не хочу восстанавливать за 40 алмазов задание одного дня. Дадут мне эти награды или нет, я так понять не могу. Ну, посмотрим, короче говоря, что загадывать. Сейчас событие закончится и будет понятно, получу ли я эти свитки. Многие писали у меня на канале, что интересное украшение. Да, украшение симпатичное. Кто еще играет не так давно и много места на фермочке, то, конечно, расставлять разные новые украшения всегда интересно, всегда что-то новенькое нас манит. Ну, у меня места мало, если честно, я вам уже отвечала на этот вопрос по поводу, нравится ли мне украшение. Как по мне, лучше бы вот здесь вот добавили земельки, расширили немножечко участочек, чтобы было место, куда всю эту красоту выставлять. У меня совершенно забит склад с моими украшениями, очень много их красивых, интересных, и расставлять их негде. Вы знаете, есть такие фермочки, я встречала, где просто все выставлено, все в куче, неважно там какой рисунок у самой фермочки, все совершенно хаотично выставлены все украшения. Ну, я не знаю, аж рябит в глазах, мне это не очень интересно, поэтому у меня часть украшений большая хранится у меня на складе. Так, я сейчас вечера загружала продукцию, конечно же, как всегда. Кто начинает только играть в фермочку, смотрите мои самые ранние видео, там, где я даю рекомендации, как быстро расти и развивать свою фермочку, как ее готовить на ночь, что мы делаем утром в первую очередь. Есть у меня такие интересные видео, возвращайтесь к ним, они у меня из первых и достаточно полезно будет для новичков. Обещали нам обновление. Что из вот таких последних новинок? Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас время почти 11 без 2 минут. Будет это обновление или не будет? Сейчас мы вместе с вами и посмотрим. Что в обновлении держали в совершенной тайне? Ну, очень будет интересно посмотреть, что же там такого новенького и необычного. Посмотрим, будет ли оно сегодня. Так, давайте откроем. У меня 2 новых животных открылось в моем зоопарке. И вместе с вами давайте их сейчас откроем. Так, что же у меня появилось? Нет, давайте вот так посмотрим, где у нас знак вопроса. Так, в семействе гепардов. Да, у меня же здесь вроде гепарды. Сейчас мы их позовем. Да, в семействе гепардов какое-то у нас пополнение. И у моржей. Так, у моржей у нас детеныш появился. Так, отлично. И, как видите, такое украшение интересное, ледовое. Нет, это не украшение, это его домик. А вот ледовое с цветком. Вау, очень интересно. Давайте посмотрим. Ярмарка закончилась. Все, значит, уже 11. Так, какое же украшение у нас? Вау, мне очень нравится. Давайте сейчас его где-то поставим, где есть место. Классно, 5000 монет всего лишь можно сразу вот
несколько поставить, и будет вот красиво. Супер! Замороженные цветы, цветы во льду. Так, где наши гепарды? Кто у нас здесь? И здесь у нас тоже детеныш гепардика. Ну что, забираем нашего детеныша и тоже украшение. Украшение у нас цветок, кстати, тоже классный. Очень красивый. За ваучеры. Ваучеров у меня очень много, поэтому этими цветами могу даже основную ферму украсить. Так, хорошо, такие у нас новые животные, детеныши открылись, просто супер. Так, сундучок, что у нас здесь? Сразу же, где хотят посетители, заповедник, я их обязательно обслуживаю, они дают нам подарочки и инструменты. Остальных я отправляю. Итак, сегодняшние события. Так, посетители фермы платят 2 раза больше монет. Я это событие сегодня пропускаю. Ребятушки, кто любит монетки, кто готовился, обязательно участвуйте в этом событии, потому что можно хорошо заработать. И смотрите мои видео, каким образом можно сегодня хорошо заработать именно благодаря этому событию. У меня есть хорошее, полезное видео. Там я рассказываю, как подготовиться к такому событию, как стать быстро миллионером. Так что смотрите, и все рекомендации у меня там есть. Ну что же, вращаем колесо фортуны. У нас остался буквально еще сегодня и завтра 2 дня, и выйдет новый фармпас. Я очень постараюсь сделать вам обзорчик. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, делать ли для вас обзоры нового фармпаса. Конечно же, как всегда, я жду ваши лайки. Кто на меня еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. И будем вместе играть и развивать наши фермочки. Так, ярмарка окончена. Как видите, наград мне не дадут из-за одного пропущенного дня. Можно этот день восстановить за 40 алмазов, но мне 40 алмазов гораздо дороже, чем даже 5 свитков. Поэтому... Так, это мои очки опыта. Сколько я заработала монет? 25 тысяч, это, конечно, классно. Заработана лент. Счастливый шанс. Я буквально только пару раз у меня получилось. Мой шанс был счастливый, скажем так. У меня в основном это не очень счастливый шанс. И что здесь у меня тоже по наградам? Ну, один свиточек я забрала и 2 пазлика. Ну, в принципе, неплохо. Ага, вот мне настойчиво предлагают восстановить за 40 алмазов. Конец, кстати говоря, будет через 23 часа. То есть я не знаю, для чего мне дают еще эти сутки на раздумье, наверное, чтобы я все-таки восстановила за 40 алмазов. Но я это делать не буду. Так, хорошо. Угу. То есть сегодня мы уже задания никакие не делаем, но давайте же купите задания. Нет, не буду я этого делать. Как видите, пока что обновления нет, но я думаю, что попозже оно будет, и я постараюсь сделать для вас какой-то маленький обзорчик. А пока что покормим моих птичек. У меня их очень-очень много. По-моему, 14 у меня птиц. Так, 2 у меня цыплячьих ваучера. И птичек я, по-моему, приобрела всех. Нет, еще одна птичка есть, трехцветная цапля. А так, в принципе, как видите, я всех птиц открыла. Ну, играю интенсивно, цыплячьи ваучеры собираются сами по себе. И, в принципе... Птички открываются. Хорошо. Что у нас тут по производственным зданиям? Нужно загружать продукцию, чтобы фермочка развивалась. Как видите, у меня уже 206 уровень. Ну, стараюсь. Была у нас неделя тройного опыта. Я 1 уровень смогла, конечно, благодаря этой неделе прокачать, потому что мне уж очень много нужно опыта с каждым новым уровнем.
вот на следующий уровень, чтобы перейти, нужен 1 миллион 873 тысячи опыта. Да, это много, ребята, это не так просто. Я вам скажу, что с 200 уровня еще тяжелее прокачивать ферму, уже это не получается так быстро, как раньше. Поэтому, ну, я стараюсь, ну, вот такие события, как была прошлая неделя, тройной опыт, благодаря таким событиям чуть-чуть легче, конечно, это удается. Ну, а так, только вот фармпас я покупаю, и, конечно, благодаря фармпасу получается прокачивать немножечко быстрее. Так, что у меня по силосу? Здесь у меня не хватает одной прокачки до 7000. Ну, силос я не очень так спешу прокачивать, а амбарчик спешу, конечно, похвалиться. Он у меня уже 8000. И инструментики, конечно, подкупаю везде, где только можно. Конечно же, малышки помогают. Но, в общем, потихонечку прокачиваюсь и расту. Так, что-то у нас там кустики. Полить надо или срубить? Полить. Так, ну, в принципе, из новинок у нас все. Дорогу фармпас я уже давным-давно прошла. Я покупаю только основную. Из новиночек у меня все. Поэтому, ребята, ждем, конечно же, с нетерпением обновления. Я так понимаю, это будет обновление в честь дня рождения игры Heyday, поэтому должно быть что-то интересное. Интересно еще то, что в анонсе об этом ничего не говорят, они держат в секрете, что же будет в обновлении. Но наверняка это будет новое производственное здание, что я лично жду с большим интересом, потому что, ну, хочется новое производственное здание, и чтобы оно было какое-то оригинальное, и какую-то оригинальную продукцию производило. Вот из последних у нас Milkshake Bar, и здесь вот у меня еще стоит эфирные масла мы делаем. Тоже интересная такая лаборатория масел. Ну, в принципе, посмотрим, что будет у нас из нового производственного здания. Ну что же, ребята, я очень сильно была рада с вами сегодня быть вместе. Я жду ваши комментарии. Расскажите что-то, что, может быть, вы знаете про обновление. Я, как всегда, жду ваши лайки, жду ваши комментарии. И до скорых новых встреч. Всем пока-пока!